Привет! Как часто вы испытываете то самое наслаждение от покупки любимой игры в Стиме? Лично я предпочитаю иногда шалить. Да. Однако ради меня, их и вас тоже, всякие рукоделы создают и заливают в Стим довольно неплохие игры, речь о которых пойдет в этом видео. Подпишись, посмотри. Черт, извините, ребята, эта фигня каждый раз включается. Сейчас. Вот так-то лучше. Окунувшись в пучину фри-то-плей игр, я собрал несколько интересных экземпляров. Давайте начнем с Drunken Wrestlers 2. Что это такое? Ну смотрите, смысл игры заключается в том, что ты вышедший покорить ринг алкаш. И теперь ты бьешься с всякими другими любителями набуздыриться ради чекушки, или мании, или еще чего-нибудь. Ахтунг. В игре присутствует кровяка. Драйвовая музыка, за которую можно получить АП. Ну и возможное возникновение деменции после ударов. А еще кровяка. Драйвовая музыка. Шучу. Но говоря о плюсах, хочу дополнить, что игра поддерживает мультиплеер до 10 человек и нездоровое количество предметов на определенных слотах кастомизации, которые тоже есть в игре. Я поиграл немного в этих пьяных дурачков, ну и вот что получилось. Ну а следующая игра по списку — это Deceit. Простите, но запись в этой игре у меня испытывала, мягко сказать, небольшие траблы. Поэтому она выглядит словно презентация из PowerPoint. Игра представляет собой жанр СОС. Или СОС. Или наверняка вы уже видели, как другие ютуберы играли в это. А здесь несколько игроков пытаются каким-то чудом выжить и найти зараженных чумой. А чахотка это необычная. Она превращает зараженного в монстра ближе к ночи. И выкашивает каждого на своем пути. Зараженные должны пить кровь. Почему? Потому. Простите, но я в нее мало играл, она мне надоела сразу после того, как меня сходу обвинили в предательстве. И в сатанизме, мазохизме, садонизме, шизофренизме, аутизме, алкоголизме. Знаете, мне комьюнити данной игры напоминает еще одну аудиторию из игры, которая тоже бесплатная. Я думаю, вы о ней наслышаны достаточно. Вернемся в русло игры. Сама игра имеет небольшие проблемы с оптимизацией, довольно неплохо подойдет на средний ПК. А еще в игре есть хитрожопные хакеры, которые, используя несовершенный движок и античит, умудряются доводить игроков до абсурда. В заключение могу сказать, что игра годная от слова говно и топовая от слова говно. А если серьезно, то эта игра говно. Будет не зашкварно людям, шарящим за... Ой, а что это там на горизонте? Так это же... Dungeon Master. Игра от... Fisting Ass. Которая имеет мультиплеер, несколько скинов и даже какой-никакой сюжет. Однако я вас обманул, она стоит чуть меньше половины белорусского рубля. Ну или вот столько. Думаю, мне не стоит ничего говорить об этой игре, потому что ее название говорит само за себя. Так что перейдем к следующему варианту. Не понял. Ну а последней игрой, о которой пойдет речь, будет Banana Shooter. Я уже снимал видео по этой игре, которое посмотрело... Не хочу хвастаться. Миллионы зрителей. Эта игра отображает типичный жанр FPS-шутеров, в котором можно неплохо постреляться. В игре есть ненужная кастомизация и, главное, кейсы. Для того, чтобы получить скинчики. Ну давайте, выходите, гады, кто любит наяривать на скины и отдавать последнюю почку ради радужного банана. Что касается минусов. В игре есть вонючие читеры, однотипность геймплея. Найди, убей, не умри сам. В принципе, доедать можно. Признаю, в Стиме полным-полно бесплатных игр, и если вам зашло это видео, то оповестите меня об этом в комментах, написав: какой хороший мальчик. Пососи у адского дрочилы. И тогда я обязательно сделаю вторую часть, в которой разберу какие-нибудь еще фри-то-плей гемасики. Спасибо за просмотр, всем пока.